отключается в какой-то момент. Microsoft Edge. Ладно. Ты все-таки им пользуешься? Нет, я не пользуюсь, я просто компьютер новый. Какой ход сделать? Не знаю, любой, какой тебе хочется. Давай сериал. Да, Россия неплохо играет. Придется тебя разубедить. Так, мы играем стандартно. Может, конь d2 пойти? В принципе, обычно белые идут на эти позиции, когда черных уже стоит пешка на 6, и таким образом отдан один темп. Ну и так тоже неплохо. Так, ну пошел я конь d2. Я f4. Кстати, почему я раньше не ходил конь d2? Так. Мне, конечно, жизненно необходимо выбить этого сна с d3, потому что иначе большой риск получить мат. Если отдать. Так, видимо, отдавать по виду еще рано. Вместо конь f3 надо было играть c3, видимо. Да, но тогда конь c5 и d4 начинается, какая-то пролом по центру, не уверен. Можно пойти сюда, потом пойти слон e3. Да, это вариант. Я могу сыграть конь e4, судей fb6, на слон e3 какой-то ход. Могу сыграть a5, судей слон h6, наверное, это сильнее всего. В принципе, можно даже сразу за наш 6 сыграть, но не хочется уводить коня. Такое незавидное поле. Поэтому опять. Ну, пойдем на пешку. В принципе, вариант игры в шахматы, когда вы постоянно на что-то нападаете, имеет для блица очень хорош. Имеет право на жизнь, особенно блицы. Fb6. Ну, стоит обезопасить короля или не стоит? И просто пойти c3. Думаю, случай согласен на h6. Ну, стандартная идея. Возьму ферзем, и конь пойдет в район поля e4. Так, ну 1 на h3 переводить, наверное, уже нет смысла. Или пойти f5. Думаю, надо играть f5. Так, объективно. Ну, объективно надо было, конечно, потому что даже f6 грозит. А кроме того, если взять, то конь на 5 достаточно опасен. В общем-то, атака здесь, между прочим. Не так-то плохо. Да, пешка белых проскакивает, да, f6. В общем, Никита сегодня какой-то мягкий, дает играть. За что ему так, спасибо. Причем, чем даю играть сопернику значительно больше, чем сам себе позволяю. Видимо, встреча с Кириллом плохо влияет на Никиту в этом плане. Нет, встреча прошла отлично. Да понятно, да. Ну давай сыграем так. Так, ну что ж, f6. F6 побили. Не, f6 надо играть, безусловно. Все-таки. Ну теперь соперник будет думать, мы думать не будем. А зря. Просто нападаем на коня. Так. Еще нападаем на коня. Стоп, мой ладью не увел, вы понимаете? Ну конечно, если я увел бы, то партия закончилась бы быстро и бесславно. В общем, какое-то подобие атаки. Времени мало. Так, ну можно забрать на e6. Fb6 не страшно или нет? В этом идея. Надо ешиться, блин. Да, так сильно, только я не обязан давать ладью, наверное. Не обязан. По-моему, уже не хуже. Но качества не хватает. Не убежден. Слон, конечно, d4 очень хорош. Да, но его не пустят. И так легко его не пустить. Надо было слон f4 ходить. Но я близок к тому, чтобы срубить флаг. Не знаю, как я могу не пустить слона, потому что он c5 пешка теряется. Так, тебе нужно отойти конем. Несомненно. Так. Пожалуйста, Никита, быстро. Неужели он срубит мне флаг?
Сесть на f5 может. А на ладья f8 что я буду делать? Тогда держи h4. Это сегодня очень остро, тактически. Бороться просто невозможно. Чё за чушь, я что-то зевнул? Так, шахов нет. Красиво уважают вас ферзя со стороны моего соперника. Но я один. Брать я не мог. Но я один будет шах, потом ферзь f1. И что, шахи потом заканчивают? Нет, конь вечит. Слушайте, по-моему... Решил жертвовать ферзя. Позиция вот читается. А, блин. Так, уведите детей от экрана. Воу. Попадаю я по клеткам, это плохо. Так.